Өкінішке орай Ғалия Тынбаева 3-ші орын үшін өткен осы белдесуде қарсыласы Марина Воробьёваға есе жіберіп. Разочарованию казахского комментатора нет предела. Первый номер его сборной – Галия Тумбаева на лопатках. И от кого? От вчерашней российской юниорки. Наша восходящая звездочка Марина Воробьева – дебютантка взрослых соревнований. На Кубке Азии вряд ли ее расценивали как фаворита, но с позиции андердога оказывается выступать лучше. Да, один раз проиграла будущей чемпионке. Но в поединке за бронзу шансов своей сопернице не оставила. Иппон. Чистая победа. Марина Воробьева. Естественно, было обидно за поражение, но понимая, что надо бороться за медали и как бы надо собраться, отбросить все, что было до этого, и с чистой головой. И соперница, то есть она уже выступала по-взрослым, она у них лидер в казахстанской сборной, даже девочка, которая проиграла, она идет после нее, вот, и была самой серьезной соперницей в весе. Естественно, я старалась подготовиться, понимала, что будет сложно. Вот она, первая взрослая медаль Марины Воробьевой. Красивый бронзовый овал в обрамлении ленты цветов казахского флага. Учитывая уровень соперниц с золотым отливом. Награда пока что самая памятная. Пока. То, что первое, естественно, это запомнится, но надеюсь, что дальше они будут золотые, их будет все больше и больше, и уже другие будем запоминать. Первый свой взрослый старт Кубок Азии Марина сейчас воспринимает как большое приключение. Все-таки она еще юниорка, и в апреле ее ждет не менее ответственный турнир. Первенство России до 21 года, где схватки будут еще жарче. Максим Васильев, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».